Бубсич, я тебе ноги отломаю. Я вот это не понял. Это что? Что сиськи жопы мне такое не нравится? Это... Нет. 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 Это нет. Не правда. Это что? Жалко пародия, неповторимый оригинал. Сейчас подожди, гляну, что это такое тут. Кто здесь главный? Я Мишку Фредди в туза! Я этой курице, сука, на клыка давал! Что там? Чика с тычем содержимым духом девочки Сьюзи, которая... Как тебе не стыдно, тут же дети! Да я их в рот ебу! Это что? Мацнудеть, ет, аля на стрим. Опять Пипин, короткий, опаздывает. Ну, кстати, я реально сидел на толчке и следил за чатом, потому что меня что-то прямо перед стримом люто в толкан прибило, так сказать. Это что такое? Привет, ББ из Диграстрим, привет, Толян из... Ага. Вот я купил сегодня, значит, вот сосиски в магазине, вот магазин сегодня сосиски купил, вот купил сегодня сосиски. Ребят, ну я, ребят, конечно, все понимаю, ребят, но вот это уже, ребят, вот это уже совсем, ребят, но это уже, ребят, ни в какие, ребят, рамки, ребят. Я что, ребят, так говорю часто слово «ребят»? Да не, не говорю уже я так сейчас слово «ребят», вы что, нет. Че это? Насрать в предложку, обосрать предложку. Да я ж, кто виноват, шуй? Это каловые мимасы, блядь, кидаете, скажем так, вообще, не очень прям. Бывает, бывает такое. Смешные фотожабы от подписчиков, осуждающие фотожабы от Матвея Колода. Я показываю смешные фотожабы. Но не всегда, как говорится, они смешные, вот так вот. Протык куча прошел нормально, хуч одной испоганял ББ. Да иди нахуй! Артем не тушенка, ты. Вот что это, вот что это, ну вот что это, блядь, вот что это. Я не могу так больше. Я так больше не могу. Я так больше не могу, блядь. Что это? Мой любимый напиток — вишневый хуй. Господи, вот честно, вот фотожабы — это то, почему я вообще не скучал, блядь. Возможно, кто-то уже давно стал горой мышц. Благодаря моему челленджу, я напомню, 3 отжимания за каждого, ребят, бабы. Ребята, все. Все. Это что? ББ и его модеры в виде лего. Гель для душ. Вильям Ки. Баба. Почему я лысый? И почему у меня жопа тут? Это брень. Почему Матвей Крылов какой-то? Похож, как будто он ужастик Смайл. Дикун. Гиб похож на какого-то китайского офицера. Хаммер. Настя. Почему у нее ноги замурованы в бетон? Гачевар. Какой-то Кен из Барби, блядь. А чё, Матвей без штанов? О, а нет, кстати, да, Матвей без штанов, ребят. Ну и срамота, Матвей, ты чё, серьезно пизданулся, нахуй, Матвей, что тут скузувать? Во-во-во, ребят, вот. Вот, вот. Истинный думер, господа. Ну такое, более-менее. О, прям до простаты даст. Ну и все, все начали рисовать Толяна, ребят. Все начали рисовать Толяна думера. Бепс, заранее извиняюсь. В чате очень просили. Вот, вот что это? Ой, блин. Ну это кто помнит сегодня, когда Толян пел у нас. Прям песни пистолерные, конечно. Вот бы Толя перепел чипи-чипи, чапа-чапа. Вот это что? Без баб, что это? Матвей Крылов, голова большая. Это что за хуйня? Инцел. Какой инцелибат, блин? Какой инцелибат? Я еще раз это повторю. Я инцел. Я храню инцелибат.
Я король инцелов. Да я даже так выгляжу, бля. То есть надо вот так вот, смотрите, вот. Да, это был сегодня я на стриме. Да, потому что, ну это ужас, ребят. Одни жопы, разврат, секс. Это грешно, господа. Это грешно. Грешно, все, от слова грех. Я запрещаю вам жопу, попа, эротика, секс, женщин. Именно он запретил секс, женщин, истинная глава и вот шти целебаты. Это что? Талёнок. Это что? Фу, я наступил в женщину. Вот, вот как это понимать? Я носил стринги в молодости. Да Настя не моя сестра, также Бэбс младший Уэ. Блять. Глава инцелебата приветствует брата по инцельству брежневским поцелуем. Сука, я вас... Я инцел, я не женатый человек, господа хорошие. О, вот. Вот, вот это хорошее, смотрите, ля. Вот это я прям, ребят, смотрите. Вот это вылитый я. Ля-ля-ля-ля-ля. Это что? А он ебался. Ну, мой товарищ вздернулся, но не факт, что из-за того, что он ебался. Но тем не менее. Тем не менее. Ну, вот это что? Вот напиток. Вот это что? Нет, ладно, вот это что? Реально, как будто, знаете, вот очко растягивает руками, из него Матвей Крылов выглядывает. Я фури! Я буду надевать ушки, я буду надевать лапки, я буду надевать фури костюм. Ах, какое горе, ах, какая жалость, какой же маленький петюшок. Толян Погерс. Я слышал такое мнение, то что Балтика это не пиво, а полная херня. Но знаете... У меня вообще такой человек, что мне лично реально пофиг. У нас ничего. 250 рублей нету, от Браво, да? Подчеркивание Байлер. А Куплинов, зачеркнуто, Никсель-Пиксель бы нарисовала вагину на стриме. Ну, потому что у них ничего святого нету. Для меня это пиво всю жизнь было. Когда съел пикалини со вкусом корега. Что это? Что это? Вот, ты инцел. Дружок, я же. Вообще все твои психические проблемы из-за твоего инцелебата. Все же стоит иногда присунуть своему молодому мадеру финбою, раз жена твой пирожок забраковала. Я не... Да хватит. Это что, блядь? Почему одна штанина докрашена, а другая нет? Ладно. По ходу стримов от Толяна ближайшие несколько пожизненных не ждите. Что это там? Как влитой, кстати. Я не удивлюсь, если, кстати, Толян сейчас буквально и выглядит. Это что, один из них сталкер-психопат, помешанный под исследование одной женщины и записывающий видео, где ждет шоколадки, а второй точно такой же на шоколадке еще и шоколадку не уголовил. Не попы на тело, или подобысившие, или типа того. Если бы Линкин Симпсон поебался с Дэнни. Ну, смешно. Бля, ты заебал на вторые мини-вопросы в Данишнах не отвечать. И так, сука, минималка не 150. Когда там второй вопрос был, подожди, а что там был за второй вопрос? Вот. Когда пиу-пиу? А, ну, думаю, скоро, почему бы нет? Думаю, в этом году уж надо всякие колды закончить. Не понял, кстати, в чем прэк, ну да ладно. Но мне больше всего смешное другое. Это что? Ты хуль мою тарелочку с орешками этим самым показал? Ну что это? Зачем? Отказался чистить бананы от наклеек, блядь. Я бы не стал. Вот мать помрет, заживу. Ну, Толе мысли так не надо. Он не заживет. Мне кажется, у Толи жизнь лучше не станет после смерти маман, блин. Лаггейм.
Белогейм. Ну все, логейм, блядь. Пора переставать быть коммунистом, пора быть монархистом. Это что? Че он несет, сука? Да там их обоих надо поставить, и Толю, и нам кода. Че это затяночка? Почему у него глаза какие-то цветочки? Опять этот ваш Genshin Impact. How do you do, fellow Americans? Жить за шкафом. Leave behind wardrobe, блядь. А как насчет погадать на таро от твоих подписюнов? Вот на них повезет точно. Ты имеешь в виду этот самый? Блять, можно по идее, конечно. По идее можно, наверное. Так, надо подумать. Что за ебучий англицизм? Инцелэнсел. Просто обычный дрочер, арендующий женщину, чтобы казаться женатым. Я не один дух же, чуть-чуть ебнутый. Что ты знаешь о каловых барабашках, сынок? Тот художник прям артов нарисовал. А это, я, кстати, помню арт, отдай шекель, падла. Ну это, кстати, да, и тот мой типичный зритель, ребят. Вы так и выглядите. Скуфи арти, блядь. Как ты не играл в готику, и ты еще смеешь быть после этого трапом? Сали, кромсали, а может быть в жопу ебали после того, как обоссали? Ну, Гоша Гочевар, кстати, так и выглядит. Вот, ну, не соврать, господа. Ой, бегемотики на заднем плане. Это я вместе с Чарой. Многоуважаемый король Инцелов, можно расклад на получение грин-карты итальянам? Я тебе могу без карт сказать. Нет. Нет, нет, нет. Российский коню. Американский виски. Джек Дэниэль. Что это? Человек-коллега. 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 Ну это хорошее, хорошее видео, жаба, господа. Этот сам Матвей, тот сам Артём, как всегда, гений. А это что? От того же самого Артёма. Человек-яйцо. Человек-яйца. 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 Это что, фотожабный завод, новогодняя серия? Что это такое? Итак, подходит к концу 2023 год. Этот год был годом. Ничего бы вы обещал, что следующий год будет хорошим. Ну каждый год говорю. Ладно, хочу пожелать больше фотожаб и вдохновения фотожаберам. О нет, нет, этого я пожелал поменьше. Пусть Дедушка Мороз подарит вам лекарство от диареи. Давайте быстрее, то кроссовками неудобно телефон держать. Пусть Горшок тоже выскажет свое поздравление. Нормально пожелание, хорошее. Доброе самое главное, со смыслом. Угу, понятно. Ну это понятно, это ясно. Что слез? Ладно, на этом закончим. Хороший. Хорошее, хорошее пожелание, хороший Новый год. Так, ну это новая серия фотожабного завода. Хотел сказать, покрытый Артём, мне протестовался. Протыкай, Артём. Ну-ка. Стал единым целым с Горшком. Это князь и Горшок, кстати. Да, это правда. Я стал единым целым с деревом. Теперь я чувствую себя намного лучше. Артём к дереву прирос. Вот и думай головой, блядь. Нет, протык Артёма не надо.
стань частью целого, стань частью целого, стань частью целого, стань частью целого, стань частью целого. Ну это вот мой ебальник сейчас, опять, ну, то, ну тот самый Артём, как обычно, дурка Кащенко. Ну это гораздо интереснее копипаста Монополии от Зрилов. Ну, ну ДХС, те, как говорится, в Дискорде геймдейверов любят, да, в Оно так тем более, от твоих донатов так тем более, у них там шишка колом стоит, не одобряю, кстати. Настолочка хорошая получилась, ребята, не слушайте никого и вкусно кушайте. Стань частью целого, стань частью целого, стань частью целого, стань частью целого. Так, кстати, логеймы выглядят в реальной жизни, если кто не знает. Пубертат, сами понимаете. Ясно, это все был сон собаки, понятно. Куда могла деться программа Б? Войдите. Да, конечно. Вот. Вот как у него глотка еще не померла, вот так. Понимаешь, Покрыт, мы сейчас переживаем сложные времена. С каждым днем у нас все меньше сил на существование. Штырь просто выполняет свою задачу, чтобы мы смогли пережить этот период. Прости, Покрыт, я не могу повлиять на ситуацию. В такие моменты мы должны просто быть рядом с теми, кто нам важен. Как у тебя, например, Горшок. Бедный Горшочек. Самый милый персонаж, кстати. Если есть люди, которым нужно наличие других для снятия своей собственной тревоги, то что тогда делать тем, кого они используют? Пиздец, глубоко. Диплор, ребят. Диплор. Диплор. Ну, как всегда, тот самый Артём гений. Страшные самые мультики у него. Анимации, так сказать, профессиональные. Пост ББ Деградач, ТНО ивент, улучшенная версия, перезалив Казак. 15 минут. Ну, давайте посмотрим часть. Дальше будем глядеть. Казака, я так понимаю, по ТНО, но он тут на 15 минут идет. Я так предлагаю, мы лучше на какой-нибудь других стримов поглядим, потому что начну. Я уже просто заебываться начинаю. Деградаческий рейх, нет альянса, выбеницку по линии партия корпоратива. По старой деградаческой традиции, ложь надо держать в правой руке. Ложку, а, и Фурьеву в страйке. У меня тут части застойки для телефона не видно. Хотя я теперь понимаю, почему так долго идет. Я, кстати, вот эти вот ТНО приколы немного не понимаю, то есть... Я так понимаю, есть смысл просто сразу перематывать потом на следующее. Вот так вот. Подожди. А. Он покинул нас. Гражданская война Деградача по смерти великого вождя была создана временно правительство. Начались чистки в рядах партии. Генерал Логин, подозреваемый в измене родине убийства вождя, был посажен под домашний арест. Однако действия вызвали недовольство в обществе. Посмотри, пожалуйста, предложку. Будьте себя хорошо вести, может, погляжу. На окраинах Дерех, спасибо большое. Дерех начали забастовку, крестьяне выходили с оружием, дали свернуть власть, митинги добрались до Стерополич, квартиру Логин ворвались гоблинцы, освободили его. Подождение Логин объявил сознание Народного фронта и республики. Однако не для поддержки Логейма, однако не все поддержали Логейма. Бывшие генералы организовывают хунту, дабы свернуть юного социалиста. Деградачи начались смутные времена, началась деградаческая гражданская война. Не может быть поражений, могут быть лишь временные трудности. Александр Колчак. Тоже
Деградаческая военная хунта нетальянца Владислава Дикун. Реформированная имба, гражданская диктатура, выборов нет, чистка предложки. Пока ББ улетел подавлять народные бунты, в Кранче власть деградача была захвачена объединением ФТЖ, бюрмодераторов, произошел государственный переворот Дикун, блять. Такие уебаны, блядь. Ну, Дикун, конечно, суровый в этом плане, блядь. Комитет безопасности деградача, не итальянца Александр Драник. Драник? Он даже не похож на Драника тут. Это как будто какой-то перс из этого. Кровь на асфальте. Комитет нацбезопасности, автократии, выборов нет, наши уши повсюду. Существует легенда о том, что Драник ворует под покровом ночи детей, заворачивая свои большие уши. За переданный привет спасибо. А все таки. Можно войти в состав рыцарей деградача. Ну давай тут закончу с этими видосиками, а там уже все сделаю. Потому что тут, как говорится, да. Я просто долго мурыжил этот ролик, надо уж все-таки посмотреть, чтобы челу, ну... Чтобы чела перестало, скажем так, в очке свербеть от ненависти за то, что я ролик скипаю. Ну-ка. Наши уши повсюду, блядь. Германская комиссия по делам деградача. Бреня. Блин, я такой чушпан тут ужасный, блядь. Хуй ты вот таким сделал? Под немецкой рукой. Но здесь, типа, я танцую, а тут Бреня прощается. Нет, чат, брехня. Бреня не хотел кидать Зигу, это все ваши больные фантазии. О, нет, он хотел, блядь. Давайте дальше, что там, блядь. Деградаческая освободить на армии итальянца Андрюха. Реформированная имба. Классический либерализм след выбора март. Продолжить рисовать фурии. Да Андрюха уже не рисует фурии, ну вы что? После смерти я попаду в ад, но не за свои деньги, а для того, чтобы охотиться там на либерах. Предатель среди нас. Это что? Бедный вабжак. Великое царство деградаческое, князь сия деградаческий вабжак. Династия вабжаков, слюн монархия, из грязи в князи. Не подобает мужам благородным браниться, как простолюдина. Царствие пришло. Республика предложка Матвей Крылов. Блять, Матвей Крылов тут на какого... Сука. Не, ну, кстати, уж то-что, а у казака охуенные вот эти вот всякие получились. Вот эти вот значки прям классно выглядят. Ребят, слушаем домашнее задание. Ребят, домашнее задание служим его, бля, определить по звуку, на каком расстоянии и через какое время кусок говна дойдет до дыры жопной. Ёбаный лего-человечек. Деградаческое корпоративное государство, клика аниме-шейхов, клика аниме-шейхов, бесконечный аукцион. Для меня самым лучшим вариантом будет залетать со всех гоев бабки и уйти. Залутать, а чепятка вышла. Коррупция и безвласть. Ну да, ждем мод с этим, ребят. Ждем мод. Будем играть. Японский дегропротекторат Титу. Колониальный правительство, милитаризм, выборов нет. Правая рука Японии. Тита, убери гей-порно. На Тита не буду дрочить мужиков в форме сейчас. Правая рука Японии, блядь. Бля. Почему вы из геля для душа сделали какую-то скуфыню? Она реально сейчас выглядит как какая-то медсестра из СССР, блядь. Ну что это такое? Деградаческая республика, реформированная имба, выбор по решению, разрушение культа личности. Ебанаты, вы куда меня хороните? Я после операции в состоянии овощи, не обнаружил себя в гости от телефона, наконец вернусь домой, а тут ахуй, шо вы творите? Пиздец, а это что? Республика деградач, реформированный имба. Запретить мемолёрт. Ребят, представьте трогательный момент. Kingdom Hearts, кто-то кидает домашнее задание. Злата скрывает себе на жопе вены. Пора бы запретить. Ебать, ОС, имба, неподконтрольный, и выборов нет. Озвучка роликов. Выпустил новый ролик, сразу все бросил коммент писать, что я стал нейросеть. Старался, записывал, а я нейросеть.
ЧВК Деградача Фимбойчик. Буксич, клик нижегородских трап. Почему? А почему? Почему вы все... О, нет, ЧВК Фимбойчик. Да потому что Фимбой — это от греха настоящие мужики с мужиками-жуками ебутся. Мы погрязли в разврате. Да реально вы погрязли в разврате, ребят, ну что это? Нельзя так. Стерлитаматская Деграполе, тот самый Артем, что я попушаю анархизм, махновщина, выборов нет, освободить работяг. Короче, мама сказала, что смотрела ролик тот самый Артем и сказал, что это произведение искусства. Мама, анархия нас любит. Никогда не бывало. Не, ну тут лагейм, конечно, прям такой, знаете, солидный. Социалистическая республика Деградач, лагейм, уважать труд жаперов, ДЦП партия, гранд-социализм. Не, на самом деле устроить революцию — идея хорошая, но нет, я такого не просил. Я просто жду трибуну, но, видимо, она больше не нужна. Как бы победа социализма. Социалистическая республика Деградач, ДЦП партия, выборов нет, новая большая чистка. Товарищи, товарищи, все богатеи, пидорасы, все народу, все крестьянам, товарищи, все отберем, все поделим между собой, все будут равны, товарищи, больше не будет этой несправедливости, бы Сталину бы понравилось. ДЦП, ордер, штаб, Деградач, нет альянса, Юлия Металкор, радикальная имба, выборов нет, продолжить его дело. Но этот раз Юля постаралась, я бы ей хуй пожал. Я реально такое говорил? Я реально такое говорил? Священно-деградаческая империя, Анастасия, имба, регенство, имперский культ, выборов нет, поиски Кукича, что? Почему Настя тут монархиста, националист? Я... Ладно. Государство должно держать под собой экономику, но это только при условии, что если государство является монархическим, все должно быть монархия, абсолют монархия, монархия царя. Но это хорошая концовка, видимо, да? Правительство Дигра освобождения, Феня. Кошачья Дигра-лига. Ультранационализм на армии освобождения. Мы занимаемся политикой не для того, чтобы согреться. Дмитрий Медведев. Грядет великий суд. Регнум оф Рома. Калибебус Куфинье. Реформированная имба. Выборов нет. Мечта Дучи сбылась. Хотели бы видеть мое изображение на монетах? Слава мне, аве, аве. Вот ради таких фотожаб. И стоит жить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Понятно. Не, ну ролик хороший. Сорян, как говорится, что этот самый. Промотал его, скажем так, показывая самые основные моменты. Но это, если что, лучше сразу в Деградач кидай. Вот тебе заморали, если что, выложим. Но ты, если что, это сразу кидай лучше в Деградач, казак, если ты тут сидишь.